Всем привет! Собрался на рыбалку. Идет дождь. 20 ноября 23 года. Ну, хочу съездить на рыбалку, посмотреть. С утра шел дождь. Сейчас выйду на вечерочку. В общем, посмотрим, что у нас получится. Какая рыбалка будет. Будет ли она вообще, получится ли эта рыбалка. Потому что погода мерзкая. Ну, на целый день дождик, но показывает после 12 такой слабенький. Но все равно неприятно. Ну, в общем, давайте будем ехать и смотреть, что у нас сегодня получится с рыбалочкой. Вот моя газелька, которую я приобрел недавно. Вот ее уже подготовила к рыбалкам, к охотам фактически. Привел в божеский вид, в порядок. Будет обзор, кстати, у меня на эту машину, что я с ней делал, какая она была. В этот раз там пишут, вот на платнике может каждый рыбачить, но я думаю, что на платнике тоже не каждый поймает рыбу. Потому что надо уметь ее поймать, даже на платнике. Таких прям умных очень много. Я вот приезжаю, тоже бывает, на платник смотрю, ребята раскидываются с правой стороны, с левой стороны, и целый день сидят и ничего не ловят, просто-напросто. Что они там не пробуют делать, у них это не получается. Так что даже просто пробуйте съездить на платник и что-нибудь там поймать. Удается это тоже не всякому, надо уметь подойти к каждой речке правильно и угадать, что хочет рыба на данный момент. А то вот сидеть, смотреть телевизор, а потом отписываться. А, это платник. Без проблем там поймаю. Поймайте. Особенно вот в такую пору. Особенно осенью. Это очень сложно, поверьте мне. Надо... У меня рыбалка просто получается трудовая. Ну, у меня всегда трудовая рыбалка. Не просто так взять и поймать. Насадил червячка и закинул. Нет, надо думать, чтобы ее поймать. На что она клюет. Надо вовремя переключиться, вовремя переделать что-то, вовремя, может, прикормку поменять. Ну, в принципе, телевизионные, да, вот эти вот диванные эксперты, они все могут написать. Конечно, неприятно слышать такие вот о себе вещи, когда пишут, о, там, ошибку какую-то сделал, что-то не так сказал, не то слово. Ну, говорю я по-всякому, по-хорошему, у нас здесь на Кубани можно и шокать, и цокать, и все что угодно. И люди все понимают нормальные. А мне вот пишут, ты вот в таком-то слове сделал ошибку. Видите ли, не мелить, а молить там, или молить, что-то такое. Короче... Ладно, слово произнес, сделал ошибку и сразу пишут. Вот такой вот я неграмотный. Пишут прям так. Такой вот ты неграмотный парень. Ладно. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо и вы были грамотными. Вот, еду, уже подъезжаю к своему местечку любимому на рыбалочку. Там загрузился, видно. Ну, много не брал с собой. Вот она, дорога. Много с собой не брал ничего такого, взял там по необходимому. Хотел ехать вообще на своем байке электрическом, как это я обычно делаю, когда езжу сюда. Ну, блин, такая слякоть, я представляю, в каком состоянии я бы сюда доехал. По таким дорогам. Лужи везде. Где-то грязь, а туда спускаться вообще там жесть. Вниз к речке, так что решил поехать на машине. Просто вот так вот. В общем, посмотрим. Еще раз повторяюсь, посмотрим. Вот она лужа. Какие здесь грязюка. Лужи. Посмотрим, что мы поймаем сегодня. Мне, блин, самому интересно, будет ли сегодня клев. Здесь тоже стоят люди.
вот эта теплая Кубань идет. Еду по теплой, вдоль теплой Кубани. Вот она. Вот ее видно здесь будет сейчас. Вот она, река теплая Кубань. Вот, подъезжаю я к Кубани. Ну, смотрю, Кубань у нас сегодня полная. Ну-ка, сейчас посмотрим, что-то я вообще не пойму, что происходит. Сейчас пойдем поглядим. Пойдем посмотрим. Ха-ха-ха, воды здесь... Весной столько не бывает. Вот это да. Это мое местечко, где я постоянно проезжал на своем байке. Вот это воды у нас сегодня. Вот это круть. Сейчас спустимся, посмотрим. Как бы здесь не нашахнуться, блин, скользко. Оп-оп-оп-оп-оп. Ого, сколько воды. Сколько воды прибыло, а? Это хорошо. Давно столько воды не было. Если помните, здесь была засуха, блин. Наверное, метров 20 туда. Так, ношу свои припасы по скользкой дорожке. Да. А нашахнуться я умею. Уже не раз летал на таком скользком. Сапоги еще резиновые, скользкие. Так вот. Вроде прошел. Вот. Мой лагерь. Вот такая красота здесь. Вокруг. Воды много, но это хорошо. Это приятно. Сейчас зафиксирую. Зонт обязательно поставлю, это дождь. Пока нету дождя, но может начаться. И будет проблемка. Весь мокрый буду. Так, зонтик поставили. Сейчас камушками его надо пригрузить, стульчик. Это у нас зонтик к стульчику прикручен. Но это ненадежно. Стульчик надо чем-нибудь пригрузить. Тоже камушками какими-нибудь небольшими. Ветер может дувануть здесь, до 10 метров передавали ветер. Так что пока что вот так вот эту ножку укрепим. И заднюю тоже, на заднюю ножку тоже надо положить пару камней. Эх ты, сколько ракушки. Вода, значит, чуть-чуть ушла. Раз свежая ракушка. Ракушка, извиняюсь. А то опять кто-нибудь напишет. Не так сказал, не так ракушку назвал. Вот такие дела. Вот так вот сделаем. Фух. Ну, пойдет все, в принципе. Зонт готов. Ну, теперь сейчас будем собирать удочки. Вернее, разбирать. Вытаскивать их из чехла. И закидывать, смотреть. Искать бровку, как всегда. Так, собираем наши снасти. Наш рабочий беленький. Что-то зацепилось. Не хочет отпускать. Так. Закроем фидер. Достали. Сейчас его соберем. Вот так вот. Колечки колечком. Вот. Эх, он как играет. Фух. Приятно на него рыбачить. Так, вот сделаю две прикормки. Попробую. Одна у нас снасти здрасте, фидерная. Рыболовная прикормка. А вторая базовая смесь. Вот такая вот.
Елец называется. Плотва Елец. Карп, тарань, все здесь, в общем. Ну, рыбачить на реке. Вот и две. Попробую ту и ту. Посмотрим. Может, на какую будет клевать лучше. Смешивать не хочу пока что. Хотел смешать между собой, но не буду. Оставлю так. Так, отбиваем точку. Вот она, рябь. Я уже два раза предыдущий закинул. Вот она, бровочка. Уже поставил на фиксатор, просто показываю. Вот они. Чувствую там, вот, это уже камушки пошли. В общем, достаем. Ну, течение есть там, конечно. Не без течения. Чуть-чуть уносит груз. Груз у меня, по-моему, 80 грамм. Или сколько он там на нем должно быть написано. По-моему, 80 грамм было. 70 грамм, вот, вру. Вот они, 70 грамм. Вот, бровочку мы отбили. Ну, сейчас уже прикормочку сделали. Вон. Сейчас будем пробовать рыбачить. Ждем, смотрим, что получится. Вот поставил один фидер. Ага, давно я не видел, что у нас тягачи бегают по Кубани. Вот, пожалуйста. Воду дали, и тягачи начали бегать. Летом их не было. Вот в чем дело. А сейчас вот появились. Видимо, работа для них есть какая-то. Вон там фарватер роет тоже. Качает песок, машину увозит с экскаватором. В общем, работа идет. Но поклевки еще пока не было. Ну, только закинул. Что, сразу поклевка, что ли? Такого не бывает. Не бывает, но очень редко. В общем, сейчас буду ставить второй фидер. И посмотрим. Наверное, поставлю на разные дистанции. Прикормлю. Посмотрю, на какой дистанции будет клевать лучше. Вот такие вот дела. Мой зонт. Но дождя пока нет. Так, покрапал капельку и все. Да у нас здесь прям кораблик за корабликом. Прямо жила река. Корабли начали ходить по ней. Я летом, честно говоря, не видел ни одного такого промышленного корабля рабочего. Отдыхающие ездили, конечно. Там лодки, катера, паромы. Но вот именно таких вот не было. Но это радует. Значит, людей с работы. Вот такие вот у нас красоты. Сегодня у нас 20 ноября, но еще зелень не опала с деревьев. Что значит Краснодарский край, да? Краснодар. Какая-то мелочуха попалась. Вот это карась. Вот это монстр. Да уж. Ну, хоть что-то попался. Хоть что-то поймал. Поклевки были до этого, но не подсекал. Этот, вот она. Красота такая вот. Блин. То ли карасик, то ли сазанчик маленький. Наверное, карасик. Пускай плавает. Давай, иди зови родителей.
Куда ты плывешь не в ту сторону? Вот, молодец. Вот такой у меня лагерь. Вот такая вот красота. Один одинешенек на берегу. Никого нету. Ну, все знают, наверное, что не клюет. И никто на рыбалочку не едет. Ну, в принципе, сегодня еще понедельник. Это я один, наверное, лоботряс. Сегодня последний день моего отпуска. Но так хочется порыбачить. 2 недели отпуска потратил на газель. Ремонт газели. Занимался ремонтом. Восстанавливал. Вот так вот. А теперь решил съездить на рыбалку все-таки. Не пойму, то ли клюет, то ли течением ее давит. Сейчас посмотрим. Что-то какая-то мелочушка клюет, карасик маленький. Крупничок не подходит. Самая голодная рыбка сегодня карась. Мелкий карасик, походу. И крючочек хороший, именно вот на мелкий крючок не клюет, на правую. Хотя стоят фактически в одной точке. А вот на левую крючок побольше, но поводок подлиннее. Тоже играет большую роль. Вот что-то опять какая-то, наверное, мелочь. Или объедает, или попало. Не, не попалось. Пусто. Ну ничего. Ну раз трясет, клюет, значит что-то подошло. Будем ждать рыбу все-таки. Может быть, мы ее приманим. Все-таки у нас фидер. Должно подойти что-то. Не только мелочь. Что у нас там подошло такое? Борется. Опа! Вот такая вот рыба. Вот такая вот. Но это уже на засолочку можно. Вот такую красоту. Это уже можно брать. Хоть что-то более-менее, что-то более-менее попалось нам сегодня. Так. Так, в садочек ее. Такая вот у нас собака пришла. Да, собака? А? Кутят, походу, кормит. Ищет покушать. Клюет, клюет, клюет. Клюет, клюет, клюет. Что у нас здесь?
Сейчас посмотрим. Вот она. Вечерочка пришла, да? То тишина, тишина. Опа, что это за рыба? Что это у нас за рыба? Не пойму, что за рыба. Ни шамайка, ни рыбец. Ладно. Оп. Вот она. Где он там? Вот такая рыба у нас сегодня клюет. Но это явно карасик. Придется тоже отпускать. Такой размер нам не подходит. Такой размерчик нам не подходит рыба. Вот такой карась. Плыви, маму зови. Идем дальше. Воды сегодня много. Не знаю, рыбу видно будет, не видно. Где она там? Вон там. В общем, такие дела. И карасик, и подлещик. Все подряд. Так, ну, вот и все. Закончилась моя рыбалочка. В общем, поймал я чуть-чуть рыбки на засолочку, может, на жареху. Там посмотрим. Это была последняя моя осенняя рыбалка. Начинается зимняя. Начинается зимняя рыбалочка. В декабре тоже поеду на рыбалку в Станицу Федоровскую к отцу. Я думаю, порыбачу там с отцом. В прошлом году у меня удачно получилась там рыбалка зимой. Когда рыба уже встала на ямы, ловил хорошо леща, сомика американца. Ну, карасик попадался, ну, вообще, очень-очень мало. Ну, в общем, посмотрим. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Будем вместе рыбачить. Не забывайте ставить лайки. Сейчас пойду собираться и до машины. Красота. Ляпота. Вот такая вот красотища у нас на Кубани. Уже прохладненько, нос замерз. Ладно, ничего страшного. Угу. Вот моя скользкая тропа. Как всегда, здесь можно легко упасть, нашахнуться. Ничего, мы вытянем. Вот так вот. Где там моя машина? Сейчас сяду в авто и поеду домой. Во свояси. В общем, еще раз всем большой привет. До новых встреч, ребята.